Знакомство с городом для 35 ребят, приехавших из Донецкой и Луганской народных республик, началось в историко-культурном центре. Здесь дети услышали историю создания Видного, а также посмотрели, как город выглядел более полувека назад. Мы сегодня все здесь для того, чтобы сейчас сесть в автобус. И все то, что вы видели, а вы видели далеко не все, да, из истории города, обязательно во время экскурсии вы еще узнаете много интересных фактов. Но самое главное, что вы все это увидите. Свое знакомство с Видным ребята продолжили во время интересной автобусной экскурсии, которую провели сотрудники историко-культурного центра. Время шло, ситуация изменялась, поселок рос, и возникла необходимость вместо столовой сделать здесь кафе. Идея организовать такое маленькое путешествие принадлежит местному отделению партии «Единая Россия» и администрации округа. Мы сегодня для них решили показать основные учреждения, которые оказывают дополнительное образование. Это Дом культуры, это детская школа искусств. Это те учреждения, куда дети могут на следующий учебный год записаться и посещать наши кружки. Кроме того, хочется показать им архитектуру. Ребята увидели школьную, советскую и олимпийскую улицы, проспект Ленинского комсомола, дворец спорта «Видное». В детской школе искусств для дорогих гостей приготовили небольшую экскурсию и концерт. Перед ребятами выступили их же ровесники, юные пианисты, органисты и балалаечники. Для нас немножечко обогреть, показать, какой может быть мир без войны, и как наши дети, каким счастьем они обладают, что учатся в нашей школе, занимаются творчеством и не думают ни о чем. Вот нам хотелось, чтобы они почувствовали здесь у нас как дома. Затем ребята посетили Центральный парк культуры и отдыха города Видное и оттуда отправились на чаепитие во Дворец культуры. Детям это важно, действительно, потому что они приехали в другой город, да, и они не знают даже магазинов, банально, да, где находятся какие-либо магазины, поэтому мы постарались показать им все самое основное и дать им какую-то частичку своей любви, чтобы они понимали, что они не совсем в чужом, да, месте приехали, а здесь люди тоже хорошие, ждут их и будут помогать. За чаем и угощениями ребята смогли поделиться друг с другом и с нашим телеканалом впечатлениями от поездки. Что заинтересовало? Вот что такое? Ну, история самого города, то есть как ее начали строить, кто вообще запланировал строительство этого города и так далее. Очень интересно. Что понравилось больше? Что тебе интересно было узнать вообще? В музыкальной школе побывать. Ребята договорились в скором времени заглянуть в Центральный парк снова, как только там заработают аттракционы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.